Долгое время варежка была грязной, на берегах лежал мусор, вода заилилась. Но год назад нашлись инвесторы, которые решили благоустроить зону отдыха, весьма востребованную в 60-е и 80-е годы прошлого века. Старики помнят, много лет назад, как существовало это озеро, как они сюда ходили семьями. Инвестору удалось сохранить историческую форму озера в виде варежки. Выгодное местоположение этого объекта, я думаю, позволит здесь развить и наладить как раз вот эту индустрию отдыха. Накануне открытия пляжного сезона о новой площадке главе поселка Южный рассказали предприниматели, победители предварительного голосования «Единой России» на выборы в Барнаульскую городскую думу. Так, по словам Павла Авкопашвили, данный проект ждет большое будущее. Поэтому возникла такая идея сделать место отдыха. Сначала летнее пребывание людей на пляже, в чистом водоеме, а потом впоследствии уже и зимние виды спорта, развлечения. Летом на варежке планируют организовать занятия по партийному проекту «Дворовый тренер». А это значит, что дети и подростки под руководством опытных спортивных наставников здесь могут бесплатно проводить время с пользой для здоровья. Это летний волейбол и различные виды игр и спорта для ребятишек, чтобы они более активно проводили время. Для реализации спортивных проектов на варежке есть все необходимое. Большая пляжная территория, пологое песчаное дно, раздевалки и душевые кабины, просторная зона питания. На озере Варежка организован фудкорт на 400 посадочных мест, где гости пляжа могут подкрепиться и приобрести прохладительные напитки. На днях Варежку официально открыли, и она встретила своих первых гостей. Елена Макаренко, «День с толком».